Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как создать супер крутой интерьер с помощью виниловых пленок. Вы узнаете процесс, технологию и что для этого нужно, с чего начинать, куда бежать и так далее. Надписи на стенах называются принтами. Процесс их реализации может показаться сложным, но не спешите расстраиваться. Самое главное – найти хороших специалистов, которые знают все технологии и процессы изнутри. Как правило, это рекламное агентство и студии дизайна. Смотрите дальше, как сделать надписи на стенах. Проект. Находим самого крутого дизайнера и заказываем у него идею интерьера. Желательно в 3D, без этого у вас ничего не получится, друзья. Можете даже не начинать. Этап 2. Рабочие файлы. Рабочие файлы проекта желательно заказывать в рекламном агентстве. Я постараюсь объяснить. Существует очень много тонкостей и нюансов. 3D-дизайнер, например, просто может не знать, что плоттерная порезка раскладывается на ширину 95 см, а не на метровую ширину рулона. 5 см уходит на мертвое поле под ролики. Кстати, в нашем случае длина принтов вышла аж 32 метра. Порезка пленки. Режем в рекламном агентстве на плоттере шаблоны. Самоклейка, как вы понимаете, состоит из двух слоев – пленка и подложка. Плоттер прорезает контур рисунка только в верхнем слое – в пленке. Этап 4 – монтажка. Специальная монтажная пленка используется для перенесения порезки на рабочую поверхность. Без нее, друзья, к сожалению, не получится поклеить плоттерную порезку. Поэтому мы наносим монтажку на наши вырезанные контуры на всю ширину рулона. Монтаж принтов и покраска. После нанесения принтов на стену мы выбираем буквы, внутренние элементы и оставляем только фон для дальнейшей покраски водоэмульсионкой. Краску мы наносили валиком с интервалом 15 минут в несколько слоев для того, чтобы цвет был насыщенный. Кстати, очень многое зависит от качества краски, поэтому мы не рекомендуем брать дешевую краску. Когда краска подсыхает, аккуратно снимаем шаблон. Его долго держать на стене нельзя, поскольку происходит адгезия клея, и клеящий слой может остаться на поверхности стены. Тонким лезвием убираем все вспомогательные элементы. Кстати, их под слоем краски иногда очень сложно увидеть. Без косяков, друзья, не бывает, но не пугайтесь, они очень легко и без труда закрашиваются краской, и их не видно вообще. По завершению конечный результат получается шикарный, ровные линии, четкий контур, никаких засечек, именно то, что нужно. Один важный момент, перед поклейкой шаблонов желательно заранее прогрунтовать стену. Это нужно для того, чтобы при снятии монтажной пленки оракал оставался не на монтажке, а на стене. Кстати, еще, оформить интерьер в таком стиле можно без покраски стен, только виниловыми пленками. В этом случае мы выбираем после порезки фон, а все внутренние элементы оставляем на стене. Очень важно не использовать дешевые китайские пленки. У них толщина полиэтилена меньше, чем у немца или итальянца. Хорошо себя зарекомендовали торговые марки Avery, Retrama или Oracal. Они отлично держатся на стене и не заворачиваются края. А теперь, мужики, внимание, если вы из Николаева или проездом, заходите в барбершоп Black Hole, Буденного 44. Приветливый персонал, бесплатный кофе и очень доступные цены. Вы на канале VIP-реклама, подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайк, до встречи!